9 утра в городской поликлинике номер 5 – это время приема тех, кто четко решил защититься от ковид. Кристина Кидина – фельдшер в лаборатории особо опасных инфекций регионального центра гигиены и эпидемиологии. Знает врага, что называется, в лицо. Полтора года мы с этим работали. Ну вот я, слава богу, не заболела. Вот. А вот людей много переболело, поэтому, конечно, решила, что надо делать. Абсолютно не больно, совсем не страшно. И надо, значит, надо. Прививку в лечебных учреждениях региона делают уже известным препаратом гамковидвак. Его торговое название – «Спутник Ви». Вакцина векторная, а значит, не содержит вируса. Двухкомпонентная, значит, привиться придется дважды с интервалом в 3 недели. Серьезных побочных эффектов медики не отмечают, зато эффективность препарата, по последним данным, от 91 до 95%. Вакцину мы получаем замороженную, храним ее в холодильнике при температуре от минус 18 градусов. И когда достаем, мы ее размораживаем полчаса, и тогда мы уже можем ее применять. Условия хранения важно строго соблюдать на каждом этапе. Кстати, перед тем, как встретиться с пациентом, препарат проходит довольно длинный путь. По заявке от Минздрава регион получает партию вакцины, которая уже здесь, на месте, распределяется по лечебным учреждениям. Дефицита, отмечают медики, сегодня нет. Скорее, наоборот. Сейчас главный вопрос-то не в том, что нет вакцины, а в том, что люди почему-то не относятся ответственно к своему здоровью и плохо идут на вакцинацию, чего бы хотелось бы. Ситуацию с чем хотелось бы улучшить, потому что единственный действенный способ на данный момент защититься от коронавирусной инфекции – это пройти вакцинацию. На сегодня в городской поликлинике номер 5 прививку от коронавируса сделали уже более 4000 человек. В основном эти люди уже получили 2 компонента вакцины. В листе ожидания на сегодня остается 173 человека, но, как говорят медики, работы буквально на один день. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».